Солнышко. Ку-ку. 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 Подруги, привет! И добро пожаловать на мой канал. В царстве государстве очередной темный день. Мы с котеночком только что проснулись. Я уже не пойму, с первого или со второго своего дневного сна. Вполне возможно, с первого, просто потому что сегодня он спал замечательно, спал целый час 20, и мама была счастлива. Проводила папу на работу и сказала: папа, не мешай маме отдыхать, потому что пока котенок спит, это мои минуточки, и я хочу просто, чтобы меня не трогали, лежать и отдыхать. Так вот, отдых мой закончился, приступаем снова к делу. Мы с котенком тут развлекаемся, читаем наши книжки, и параллельно решила записать видео на завтра, а просто потому, что у матери-перематери на завтра нет никакого контента. Ну или точнее, контент есть. Я записала для вас видео о бытовой химии, которой мы пользуемся, но на инстаграме на свою голову спросила вас, какое видео вы хотели бы следующим видеть на канале. Бытовую химию либо развитие ребенка. И, конечно же, все сказали развитие ребенка. Так вот, сегодня записываю быстро наш выпуск по поводу развития вот этого прекрасного человека. Ух! И вечером буду монтировать для того, чтобы завтра этот ролик полетел к вам в эфир. Ну так вот, хватит моего великолепного вступления. Составила, как обычно, список для того, чтобы ничегошеньки не забыть. И буду сегодня рассказывать о развитии моего малыша в 6-7 месяцев. Потому как 6 месяцев я успешно пропустила. И ничего вам не рассказала о его развитии как раз-таки в 6. И будем сегодня говорить о трех моментах. Первый – это режим, второй – это питание, и третий – это умелки. И начнем, конечно же, с режима. В 6 месяцев он удвоил свой вес, он прекрасно ел, и мы решили потихонечку начинать отменять ночные кормления. В 6 месяцев он поднимался 2 раза за ночь для того, чтобы поесть. Но так как он несколько ночей пропустил первое кормление, то есть оно было в час, в 2 приблизительно, то я решила начинать работать над тем, чтобы отменить как раз-таки это кормление в час или в 2 часа ночи. И в те ночи, когда он все-таки просыпался, я пробовала его развлечь, его поднять, с ним провести время, но уже без кормления. То есть мы сохраняли всю ту же систему, которая у нас была с кормлением. То есть я его поднимала, включала наш ночничок. Да, мой сладкий. Я меняла его подгузник. Мы с ним какое-то время лежали вместе, болтали. И, собственно, после этого я спокойненько его отправляла обратно в кроватку. Ну, то есть симулировала наше время кормления. Конечно же, пару ночей котенок плакал. Конечно же, он не хотел засыпать без своей бутылки. Но я понимала, что он не голоден. Потому что, когда котенок голоден, он будет плакать, и ничем ты его не успокоишь. Здесь, в свою очередь, он успокаивался и, конечно же, засыпал. И таким образом, потихонечку, уже не помню, сколько ночей заняло, но каких-то, не знаю, там несколько ночей, и мы отменили его кормление. Что касается основного нашего режима, он, конечно же, у нас время от времени плавает, но основа этого режима остается одной и той же, он не меняется. В силу того, что котенок растет и есть также нововведение с моей стороны, конечно же, нам обоим нужно адаптироваться. В общем, к чему мы пришли сейчас к 7 месяцам? Значит, мы укладываемся спать в 6 часов вечера. В принципе, он засыпает приблизительно за 10 минут, и где-то в 6:10-6:15 он уже спит. Значит, он продолжает спать всю ночь и просыпается сейчас уже где-то приблизительно в 5, в 5:30. И мы порвали страницу! Книжку. То, что он просыпается по утрам теперь не в 6 в 7, а в 5 в 6, это самое большое изменение. На самом деле это обстоятельство я приняла очень легко, просто потому что мы после этого кормления еще уходим поспать часик-полтора приблизительно. Таким образом, получается, что мы ложимся спать в 6 часов вечера, спим до 5 утра, в 5 утра мы поднимаемся, включаем черепашку и едим свою первую бутылочку. После этой бутылочки где-то получается, ну, через полчасика мы ложимся снова, то есть я все абсолютно выключаю, оставляю только белый шум, и мы еще спим где-то приблизительно до 8:20. И 8:20 у нас уже подъем на день. То есть мы уже встаем, переодеваемся, проводим наши утренние туалеты. Также мы перенесли в вечернюю ванну на утро.
и моемся, в общем-то, мы утром. Потом мы завтракаем. Первый завтрак у нас после подъема, наверное, в часов в 9-10 получается, в зависимости от того, насколько котенок голодный или нет. И мы завтракаем. После этого мы бодрствуем где-то 2 часа, 2-10, редко, когда он утром бодрствует 3 часа, и мы отправляемся на свой первый сон приблизительно в 10-20, в 10-30. В редких случаях, как сегодня, например, он засыпает позже, то есть он там чего-то ворчал сегодня, плакал, вертелся по кровати, не хотел засыпать, и по итогу мы уснули в 10-50. Вот, и проспали мы где-то приблизительно 1:20, и вот котеночек проснулся, и уже у нас получается второе наше дневное бодрствование. Получается, что у нас за день сейчас 2 сна, вот если он спит какой-то из этих снов, например, 1:20, тогда за день у нас будет 2 сна. И уже во второй раз я его уложу, ну, спустя, наверное, скорее всего, 3 часа. То есть он уже будет бодрствовать немного дольше. А если он, например, утром спит, как обычно, свои полчаса, тогда у нас днем получается 3 сна. И последний сон у нас уже где-то приблизительно около 4. Ну и вечером перед сном изменением в нашем ритуале это перенос нашей ванны на утро. Я уже об этом упомянула. Вместо ванны у нас теперь развлечение это черепашка, когда мы все вместе, если папа, конечно же, дома, лежим, обнимаемся, целуемся, смотрим на черепашку, как переливаются ее огонечки по потолку и спокойненько себе готовимся к ночному сну. И все, в 6 часов котеночек ложится спокойненько себе, переворачивается на животик и засыпает. Это, собственно, наверное, все, что касается нашего режима и изменения режима. Планирую в таком виде наш режим оставить на ближайшие недели, или даже, может быть, месяцы, и не хотела бы на самом деле ничего сейчас менять именно в этом режиме, потому как он для нас очень-очень комфортный. Наконец-то мама с папой получают также долгожданный сон и отдых, и, в принципе, также для меня очень удобно, что малыш засыпает в 6 часов вечера, таким образом у меня есть время на какие-то домашние дела, на приготовление ужина, на YouTube, монтирование видеороликов и так далее, и так далее. Так что такой режим мы будем стараться сохранять по возможности дольше. Ну а в общей сложности я просто слежу, чтобы малыш в сутки высыпал как минимум свои 15 часов. Иногда получается плюс 1-2, но так как он себя чувствует прекрасно, набор веса тоже прекрасный, нет никаких побочных, так сказать, явлений. И в общем, менять мы ничего не хотим. Да, котенок? Скажи, да? С улыбкой ты просыпаешься и с улыбкой ты в основном ложишься спать. Давай. Еще поиграйся в животики. Что же у нас по питанию? Мы, как вы уже знаете, ввели прикорм, начали вводить прикорм с 5,5 месяцев. Многие из вас спрашивают, почему я не стала вводить прикорм 6. Ну, просто потому, что малыш мой, очевидно, уже был готов к прикорму. Я уже где-то в комментариях писала, что нет никакой необходимости на самом деле вводить прикорм раньше, чем 6 месяцев. Ну, нет никакой. Если только у малыша нет никаких заболеваний, если у него нормальный набор веса, если он чувствует себя хорошо, и педиатр ваш не назначил вам вот прикорма по каким-то показаниям, то в принципе до 6 месяцев прикорм малышу не нужен. И неважно, на грудном он вскармливании, либо он на искусственном вскармливании, это абсолютно не играет никакой роли. Это, мне кажется, больше какой-то миф. Вот. Но так как мой малыш был уже готов, он удвоил вес, и я понимала, что у него сильный пищевой интерес, то мы стали потихонечку вводить овощи с 5,5 месяцев. На сегодняшний день уже мы, по-моему, на 7-й неделе нашего прикорма, мы уже ввели достаточно большое количество овощей, то есть это кабачок, это брокколи, это цветная капуста, это батат, это тыква, это морковка. Следующим для нас в нашем развитии прикорма вот каши. Я начну с гречневой каши и, собственно, дальше уже потом где-то, наверное, с месяцев 7,5, ближе к 8, мы уже будем подумывать над тем, чтобы вводить мясо. По прикорму у нас достаточно все гладко идет, за исключением того, что я заметила в последнюю неделю, что у малыша есть небольшая склонность к запору. Такого жесткого запора еще нет, но какая-то склонность есть, поэтому я его все больше и больше допаиваю водичкой. Да, котенок? Мы с тобой пьем водичку ежедневно. Мы все больше и больше занимаемся на животике. Также фитбол нам помогает, теплые ванны нам помогают. На,
Но больше об этом я буду, конечно же, вам рассказывать в наших отдельных видеороликах, которые посвящены прикорму и ввода этого прикорма. Буду пытаться его вводить также в режим питания 4 кормления за сутки. Что касается наших умелок, значит, самые-самые умелки, которые необходимо развивать в этом возрасте. Во-первых, малыш у меня еще не ползает. В 7 месяцев он до сих пор даже по-пластунски не ползает. Он укрепляется и проворачивается по своей оси, на руки он встает, попу уже приподнимает, и также, когда он вечером спит, все чаще и чаще он засыпает и спит с приподнятой попой и ножками подтянутыми под себя. Но пока еще он не ползает. По всем этим признакам я понимаю, что он к этому готовится, поэтому мы активно работаем над тем, чтобы помогать малышу двигаться в этом направлении. На попе водички. Давай попьем водичку. Что же мы делаем для того, чтобы помочь малышу развиваться и присесть и начинать ползать? Во-первых, мы делаем гимнастику ежедневно, мы делаем массаж мягких тканей. И помимо этого мы еще занимаемся на фитболе, который, собственно, светится там на фоне нашего кадра. Сниму отдельный видеоролик для вас и покажу пошагово, как же выглядит наша гимнастика и наши занятия ежедневные дома. Помимо этого мы уже пересели, естественно, в прогулочный блок, потому как люлька для нас маленькая, и малышу уже не интересно во время прогулки все время лежать. И также мы, как вы уже знаете, сели в наш стульчик для кормления. Сидит полу. Лежа полусидя, я его совсем уж вертикально еще пока не сажаю, пока малыш не готов. Он терпеть не может играть на животике на полу, потому что ему, очевидно, твердо, некомфортно, не знаю, или просто он любит чил. И как вы видите, вот сегодня даже по записи этого видеоролика, несколько минут, и он начинает вопить. Обычно, конечно же, я сразу к нему не подлетаю, не беру его на руки и не пытаюсь как-то ему помочь. Я все-таки оставляю его и позволяю ему минутку какую-то там повопеть, поорать, просто для того, чтобы он привыкал. И знал, что нужная ситуация находить выход, а, собственно, начинать ползать, чтобы было интересней. Но любит он играть на животике на кровати нашей, либо на диване. То есть ему, очевидно, просто комфортно, там мягко, прекрасно, и он на самом деле намного более активный, вертится, крутится, переворачивается с живота на спинку, обратно, делает несколько проворотов. И, собственно, там он чувствует себя наиболее комфортно. Поэтому какое-то время также в течение дня я позволяю ему играться также на кровати и на диване. Снимаю с него всю одежку, оставляю только подгузник, и вот он там занимается. Крутится, вертится и играется. Зубов у нас тоже пока еще нет. Бабушка нам все говорит, что это от того, что мы не едим творожок, но на самом деле также касательно зубов даю нашим зубам вылезать и пролезать тогда, когда они это решат. Вот, и никоим образом мы по этому поводу также не переживаем. Конечно же, слюни текут, десна чешется, он грызет свои прорезыватели, но в принципе я бы сказала, что он их грызет ровно так же, как грыз, например, в 4 месяца. И слюней у него больше не стало, поэтому не знаю, когда наши зубы пойдут. Думаю, что это случится немного позже, возможно, ближе даже к 8 месяцам, пока у нас еще ничего там не происходит, никаких зубов, в общем-то, на горизонте у нас нет. Что касается игр, котенок очень-очень любит наши с Арсом гримасы, он уже начинает их повторять, он с удовольствием повторяет шмыгание носом, он любит очень свое отражение в зеркале, всегда на него смотрит, так завороженно и пристально, пытается потрогать, ручки тянет, и, в общем, очень ему интересно все, что происходит вокруг него, и он пытается повторять наши движения. Пока еще мы не научили его не хлопать в ладоши, не махать ручкой, но я думаю, что в ближайший месяц будем над этим работать, и он уже будет подругам своим в камеру махать каждый раз, когда мы будем с вами здороваться или с вами прощаться. Обожает он играть в ку-ку, для него это самое смешное, мне кажется, что может быть на свете, когда мы с Арсом прячемся и появляемся, и при этом говорим ему ку-ку. И также еще из физических его каких-то развитий, конечно же, стоит отметить то, что у него выросли волосики. Они уже отросли такие маленькие, хорошенькие,
да и в принципе, по крайней мере, видимые волосики. Сзади на затылочке у нас есть небольшая плешь от того, что он спал на спинке, но сейчас, когда он уже спит практически всегда на животике, думаю, что эта маленькая наша плешь, она быстро-быстро зарастет. Также практически затянулись наши роднички. Здесь чуть-чуть еще, мне кажется, какой-то даже меньше сантиметра осталось пространство мягкое, все остальное уже затянуло. И сзади то же самое. Уже, наверное, мягких здесь мест нету, и наши косточки уже практически встали на место. Он очень-очень четко хватает разные объекты. Сейчас уже у него классно развиты ручки, он берет предметы всей ладонью, он задействует все пальцы, большой палец он оттопыривает, в общем, правильно хватает свои игрушки и мелкие разные предметы. Очень любит играться со шнурками, да и в принципе, у него сейчас чем мельче предмет, тем больше он в нем вызывает какой-то интерес. Выросли мы, кстати, из наших подгузников размера M. Сейчас котеночек в основном носит подгузнички-трусики размера L, то есть это подгузники, начиная с 9 килограмм. Если говорить про вес и про его рост, мы на самом деле пока еще не достигли 9 килограмм. Сейчас он весит 8600, по крайней мере, так показывали весы в наш последний визит к педиатру. И по росту он уже, я думаю, достиг 72 сантиметров, потому как 71 сантиметр он был ровно в 6 месяцев. Последний раз что-то мы забыли его померить, но я думаю, что он также и ростом стал выше, потому что подгузники М размера в 6 месяцев были прям впрок. Сейчас они, ну, еле-еле. Я думаю, что у нас не получится, наверное, доносить наши запасы подгузничков М, и мы сразу перейдем на размер L. Ну, ничего, сохраню, значит, наши подгузники для второго малыша, либо подарю подругам. Короче, из них мы уже выросли. А что касается ночи, я уже рассказывала, что ночью я одеваю на него подгузники XL. Компании Генки, которую мы обожаем, любим, по-моему, нет ночных подгузников, по крайней мере, я их не видела, поэтому я просто взяла размер трусиков XL. Он на ночь прекрасно нам подходит, ни разу еще малыш не протекал, и, собственно, мы поэтому пользуемся именно такой опцией. И также в ближайшее время мы с котеночком собрались на плавание. Я уже записалась в бассейн, мы будем с малышом ездить на индивидуальные занятия с тренером, не поедем на групповые, я все-таки хочу, чтобы он такой более спокойной и индивидуальной все-таки обстановке позанимался. Но, не знаю, я на самом деле очень долго не могла решиться, нужно нам это или нет. В какой-то момент я для себя понимала, что на плавание отправлять его пока что не буду, потому что не вижу в этом смысла. Начиная с того, что нет ни одного нормального исследования, которое бы доказало пользу плавания в этом возрасте. Ну и плюс ко всему, я все-таки склоняюсь к тому, что ныряние и вот эти все такие, скажем так, смелые упражнения в бассейне, они для малыша, ну, не знаю, не то чтобы вредны, но, по крайней мере, без них можно прекрасно прожить. Но сейчас, когда малыш становится таким более активным, взрослым, но не ползает, то я понимаю, что ему, ну, просто-напросто, во-первых, скучно, он теряет интерес находиться в одном месте, и я понимаю, что, наверное, для его физического развития было бы здорово, если бы он имел больше какой-то физической нагрузки. С этой точки зрения мы как раз-таки пойдем и попробуем. Единственное, наверное, о чем я поговорю с тренером и попрошу мне проделывать упражнения, которые предполагают поднятие малыша за ручки, потому как волнуюсь за его плечевые суставы. Много противоречивой информации, по крайней мере, тот физиотерапевт, которому я доверяю, он все-таки придерживается того мнения, что не нужно таких маленьких малышей поднимать за ручки, потому как можно повредить плечевые суставчики. Это единственное, наверное, мое какое-то такое будет пожелание. Надеюсь, тренер пойдет нам навстречу. Скорее всего, запишу также влог на эту тему, покажу, как мы плаваем, и расскажу, понравилось нам это занятие или нет. А, и кстати, из последнего, наверное, что упомяну сегодня, малыш переехал спать в отдельную комнату и спит ночью самостоятельно здесь, в детской спальне, без мамы и без папы. Ох, волнительно мне было очень. Я уже в Инстаграме и во влогах рассказывала об этом прекрасном обстоятельстве. В общем, повторюсь, первые три ночи я спала здесь с ним на диванчике. На третью ночь после нашего утреннего кормления я отправилась к мужу в нашу спальню. И все,
с этого момента я больше здесь с ним не ночевала. Конечно же, сплю до сих пор в обнимку с монитором. Он у меня, как я уже также говорила, приклеен, мне кажется, к уху. Просыпаюсь я ночью достаточно часто, чтобы проверять малыша, смотреть на него и убедиться, что с ним все в порядке. Но на самом деле ему абсолютно комфортно. Он в тишине себе, в покое здесь спит. Его ничего не будет, ни наши какие-то посторонние шумы, ни мама, которая приходит в комнату и ложится спать. Котенку здесь комфортно, прекрасно, и он уже замечательно спит сам по себе. Мне кажется, большим изменением это для меня, а не для котенка, потому как я вот вообще еще к этому не привыкла, начиная от того, что малыша нет рядом, заканчивая тем, что для меня в принципе непривычно, что вечером в нашей спальне горит свет, сидит муж рядом, и я вообще не понимаю, что нам в этой спальне делать. В общем, с этим мы, конечно же, разберемся, ну а котеночек тем временем спокойно себе спит свой ночной сон в отдельной своей комнатке. На этом закончился на сегодня наш список наших умелок и нашего развития. Пишите мне ваши вопросы и, конечно же, рассказывайте нам, что умеют ваши детки в возрасте 7 месяцев. Мне будет очень интересно почитать. И также, пожалуйста, девчонки, напишите, что вы делаете для того, чтобы развивать умелки вашего малыша. Нам также будет полезно у вас поучиться вашему опыту. Ну а мы на сегодня с вами прощаемся. Если не подписаны на наш канал, подписывайтесь обязательно. Если вам понравился этот видеоролик, ставьте нам лайки и комментируйте, пишите нам, что же ваши детки умеют в 7 месяцев. А мы с котеночком моим будем с вами прощаться, потому как нам пора уже обедать. Давай, котенок, говори подругам пока. Подруги, пока. Подруги, пока. Хе-хе.